Начинаем. Так. Ага. Все, поехали. Так, сейчас. Угу. Все. Прыгаем. Хорошо. Потом 10 раз назад. Разогрев мышц. Кого нету, просто прыгаем. Можно вот так вот еще попрыгать. Сейчас по одной. И по одной ножке. Так, проехали. Поехали. Поехали, 10 раз. У меня просто маловато места. На улице лучше было прыгать. Так, Анисия, тогда просто руки на талию и прыгай на талию. Хорошо? Она прыгала. Отлично. Так, вот так ручки мы сложили. Скакалочку пополам. И стараемся, чтобы прямые руки были. У кого получается, поуже могут сделать. Можно на носочки. Угу. 10 раз. Отлично. Хорошо. Встряхнули ножки. Все, скакалочку положили. Поехали. Немножечко разомнем голову с шеи. И раз, два, пять. 10. И пушку. Стараемся не резко. В сторону. И теперь круговые движения влево. И вправо. Теперь мы плечики. Вверх-вниз. Круговые движения вперед. И назад. Поработаем на координацию. Правое плечо вперед, левое назад. И раз, два, три, четыре, пять. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Круговые движения у нас рук и плеч. Тут все в одном. Поработают. И назад. Теперь правая вперед, левая назад. Раз, два, три, четыре, пять. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо, молодцы. Локти поработают. И в другую сторону. Хорошо. Встряхнули руки. Немножечко порастягиваем плечевой сустав. Хорошо. Кисти теперь мы разминаем. Угу. Супер. Молодцы. Помассировали кисти. Ладошки. Разогреваем. Круговые движения кистей. Вверх. Вниз. Дышим. Вдох. И крутим. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Теперь мы потренируем немножечко вот талию. Ручку можем гонять к уху. Если не получается, можно пока просто вот так вот. А вообще вот с рукой. И потянули косые мышцы живота. Хорошо. Теперь вперед. Встали. Сюда. Вперед.
Хорошо, молодцы. Так, вперед, назад. Отлично. Круговые движения. Можно вот так. Если не получается прогибаться назад, можно просто вот такие вот движения сделать. Далее. А как получается, можно строить. Раз. Два. Три. Четыре. И пять. И раз. Два. Три, четыре, пять. Хорошо. Сюда, наклон, две ручки влево, встали. Влево, 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 встали. Хорошо. Молодцы. Умнички, встряхнули ножки. Отлично. Носочки, пяточки. Носочки, пяточки. Поехали. Теперь можно смотреть по одной ножке. Звук выключите, пожалуйста. Угу. По одной. Носочки, пяточки. Носочек, пяточки. Вставим. Угу. Хорошо. Встряхнули. И поприседали. Раз. Два. Три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять. Хорошо. Теперь колено. Два, три, четыре, пять. Теперь встали и ножки кидаем. Раз, два, три, четыре. Пять. Супер. Стрихнули. Ну все, мы разогрелись немножко и пойдем. Сегодня будет немножечко другие мышцы потренируем. Так. Так, сначала мы все-таки с традиционного начнем. А дальше мы потренируем еще другие мышцы. Руки в замок. Могут мамы вместе сидеть, либо маму держать, и маму поделают, и покачаем. Поехали 10 раз. Два. Три. Пять. И шесть. Получается, сами делаем. Семь. И восемь. И десять. Хорошо. Теперь нижняя часть живота поработает. Ладошки. Ребят, кто-нибудь звук там погасите, пожалуйста. Один. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять. Так, они, у звук, наверное, так, нет. У Кристины, Кристина, звук выключи, пожалуйста. Так, хорошо. Артур, тоже выключите, пожалуйста, звук. Ага, молодцы. Все отлично. Дальше ложимся на бок, на локоть и кидаем 10 раз вверх. Угу. Теперь вот такие вот упражнения очень хорошо для ног. Качаются. Для бедер и для нашего мозга. Да. Хорошо. А теперь смотрите еще какое упражнение классное. Вот такое вот делаем.
10 раз. Тут все, и бок, и ножки все прокачиваются. Угу. Поменяли другую сторону. Ровно только не оплячиваемся, ровно ложимся. И только ножку вверх. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, десять. И потом вот так вот кидаем 10 раз. Девять, десять. И вместе. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Смотрите еще какой путь. Упражнение хорошо. Ручки стараемся за голову. То же самое. Пока не получается, либо ноги под диван, либо мама садится. Блин, садись. Вот. Вот, вот так. Аккуратно, чтобы сильно не придавливать. И просто поднимаем. Да. Можно сами, если получится. 10 раз. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь. О, и пали. Вернулись обратно. 9, 10. И другую также сторону. Обязательно сделали. И раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. Хорошо. Давайте доделывайте, кто не успел. Дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Теперь мы ложимся на предплечье. Вот так вот. Ножки вверх поднимаем. И тоже вверх него. Маленькую сторону. 10 раз. Семь, восемь, девять, десять. Хорошо, подержи. Подержите ножки. Поставим. И поднимаем стенку. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10. Хорошо. Теперь ножки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вверх. Вниз. Тут тоже и ножки у нас, и живот. Угу. Хорошо. Отлично. Ножницы. Можно упасть на предплечье. Можно без рук. 6, 7, 8, 9, 10. Легли. Делаем вдох. Выдох. А, книжечка. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Десять. Хорошо. Вдох. Выдох. Так. У кого-то у нас. Артур, попроси, пожалуйста, этот камеру выключи. Сейчас. Ага, спасибо. Отлично. Нажми там. Короче, звук, ты видишь? Нет, нет. Хорошо. А ну пока подышим. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Так. Все, Артур, не получается включить звук? У тебя звук включенный. Артур, давай я попробую. Так, давай я попробую. Участник. А, Артур. Ага, все, отлично. Все, а теперь мы отжимания потренируем с вами. Вот, как раз хорошо. Встаем. Смотрите, кто новенький. У кого не получается правая рука отжиматься, можно на коленке встать. Главное, руки ровно. Не в сторону, а
наверх, как у кузнечика. Делаем 10 раз. Вдох, на выдохе. Опустились. Раз. Выдох. Два. У кого получается, нужно так. Три. Четыре. Пять. Стараемся грудь опустить. Шесть. И подняться ровно. Семь. И восемь. И девять. И десять. Хорошо, легли. Отдыхаем. 10 шагов. Встряхнули. У кого руки сильно напряглись, встряхнули руки. И немножечко сюда потянем. Хорошо, встряхнули. Помассировали, если у кого-то болит. Все, вдох. Выдох. Смотрите, какое еще упражнение для вас было. Делаем колено и сюда. Раз. И два. Стараемся не падать. Три. Мышцами напрягли. Четыре. И пять. Хорошо. Теперь другая ножка. Раз. И два. И три, и четыре, и пять. У кого ковер очень трудно будет, ноги будут разъезжаться, мышцами держим. Либо стараться не на ковре это делать. И голыми ногами. Стряхнули ножки. Хорошо. Отлично. Поприседали. Теперь делаем отжимания. И поза собаки. Отжимание. И собаки. Раз. 10 раз. И два. И три. И четыре. И пять. И шесть. И семь. И восемь. Дышим, не забываем. И десять. Встаем. Встряхнули. Вдох. Выдох. Можно побить себя немножко. Угу. Встряхнули. Помассировали. И вот так. Глубокий вдох. И выдох глубокий. Вдох. Выдох глубокий. Так. Ну что, еще велосипед прокачаем с вами животик. И потом бёрды. Так, сейчас, секунду. И поехали. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять, десять. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, девять, десять. И вот так ножками поболтали. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вдох. Выдох. Теперь мы спину немножко покачаемся с вами тоже. Для мышц, укрепления мышечной массы спины. Спины. Короче, поехали. Тоже мама, если есть, пускай мама придержит ноги. Если нет, под диванчиком ножки прячем. Либо сами ноги стараемся не поднимать. Самое главное, не поднимать ноги. А теперь наоборот, ножки вверх. Два. Три, пять, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Можно вот так еще ножницы проделать. Восемь, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять.
Отлично. Так, хорошо. Ага. Так. Угу. Отлично. Так, стряхнули ножки. Кто вспотел? Можете салфеточкой взять салфеточку или полотенце, промокнуть себя. Вдох, выдох, вдох, выдох. Ну что, встаем на планочку. Так, встаем на планку. И 60 секунд считаем счетов. И раз, животики втянули, два, три, четыре, пять, шесть, дышим, семь, вдох, выдох, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, животики втянули, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Легли. Дышим. Ура! Мы сегодня разогрелись по полной программе. После недельного перерыва встряхнулись. Сегодня отмачиваться в горячей воде. Грудь только своей не опускать в горячую воду. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ну все, подготовочку сейчас мы с вами сделаем к растяжечкам. И дальше уже Полина возьмется за вас конкретно. Так, встаем. Ножки на ширине плеч. Встаем. И складочку, поехали. 10 счетов. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10. Когда сами занимаетесь, можно и по 25 счетов уже включать вам. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Локтями касаемся. 9, 10. Хорошо. Коленки можно помассировать, у кого коленки чуть-чуть болят, встряхнуть. Можно вот такое вот упражнение поделать. Обязательно. Так, ножки вместе. Коленки стараемся прямые, пальчики коснулись пола и касаемся ладошками. Раз и приподнялись. 10 раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Отлично. Встряхнули ножечки свои, помассировали коленочки. Отлично. Теперь локтями. И раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Все, теперь у нас выходы мы поделаем немного с вами. И у кого не получается вот так, можно ручками помогать пока. То есть, ну, желательно уже не помогать. Два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Теперь вперед. Выпад делаем. И раз, два, три, четыре. Теперь выпрямляем ножку. Раз, два, три. 4, 5. Хорошо. Смотрите, какое упражнение еще дали.
ножку согнуть и постараться вот так возгибать ножки. Хорошо, другая ножка. И раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Садимся. И ножку приподняли. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Отлично. Складочки мы сделаем с вами сидя. Ноги в сторону. И тянемся вперед. Раз. Можно прям шагать. Два, три, четыре. Главное, спинку ровно. Пять. Грудь поднять. Шесть. Можно руки в сторону. Семь. Восемь. Девять. Десять. Круговые движения. Два, три, четыре, пять. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Ножки вместе. И вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И обняли. Десять. Отлично. И поперечным шпагатом подготовочка. Ножку согнули, выпрямили. И считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Другая ножка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну что, немножечко разогрелись. Все. Теперь у нас Полина начинает с вами усиленно растягиваться. Готовы? Лайки ставьте, кто готов. Вот, молодец, Анисия, в первых рядах. Дарья, не вижу тебя. Так. Ева, Эльбрус, привет, Лена, отлично, все, Ульяна, все, поехали. Так. Не-не, пока шпагаты, там шпагаты, да, мы шпагаты еще не садились, а потом уже справимся. Все, так, вперед. Так, я на правую, кто-то на левую, у кого какая плохая нога, садимся и считаем 15 счетов. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, хорошо, потом. Поперечный. На локте ищем. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Можно так покачаться. 14. Аккуратно встаем. Ножки встряхнули. Если где-то что-то беспокоит, массируйте себя. И сейчас так, кто с провисом может, делать с провисом. Если не можете с провисом, сидим просто на полу в шпагате со мной. Полторы минутки.
Садимся на плохую ножку. Носочки натянули и сидим. Обязательно встаньте ножки, потрясите и помассируйте. То получается, можно без рук. Так, ладно. Кто-то застрял в шпагате. Если кто застрял в шпагате, мамы помогают собираться детям. Стряхнули. А кто встал в скакалке? Дарья, да, Алиса, давай. Я прыгаю на скакалке. Да-да-да, ну уже попрыгали. Давайте, шпагатик поперечный. Так, я сюда. И начинаем. Можно лечь и расслабиться. Главное дышать, не забываем дышать. Вдох, выдох, вдох, выдох. Десять секунд. И тоже можно уделить внимание подъемчикам. Подъемы чуть-чуть потянуть, чтобы они у вас гнулись. Так, берем стул, встаем левой рукой и кидаем правую ногу. И поехали. 10 раз. Раз, два,
три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Поворачиваемся и другой разок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Помощь руле и в сторону там. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Далее другой. Раз, два, три, четыре. Я буду считать. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Это вот дыхание. Кто не умеет или сбивается с дыханием, пока не получается считать и говорить. Очень трудно. Дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Восстановили дыхание. Назад. Раз. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так мне нравится. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, молодцы. Давай, Дарья, Анисия, давайте. Я сделала. Молодцы. Все, поехали затяжки. Затяжки в сторону. Кто не может сделать, как я? Делаем. Можно вот так делать, кто не может, как Алина. Может, делаем, как и я. Делает, как мама. Давай. Здесь еще так сами. Так же с другой. Здесь еще. Спину. Ложимся на живот и прогибаемся назад. Считаем 10 шагов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. По одной ноге. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять. Отдыхаем. И колечко. У кого вот так не получается, можно схитрить. Ножки ставим к диванчику или стульчику. Десять. Вот так вот. Только аккуратно, чтобы не упали с ним. И прогибаемся. И вот так прогибаемся. Все, поехали. Здесь еще раз. Встаем на колени, укладываем себе подушку и прогибаемся назад. У кого мама рядом, мы поддерживаем. Вот так вот, если мама есть рядом, под плечки. И поднялись. У кого мамы нет, диванчик, либо стульчик, но такой, чтобы не двигался, старался, крепко стоял. Опускаемся и поднимаемся. Пять раз. Погодите.
И отдыхаем. Складываем. Помассировали. И сейчас мозг. Кожа. Если мама есть, можно стоя. Придерживают. Если кто может, делать сами. И понять, кто не получается. Ложимся на пол. Мамы тоже могут здесь помочь, приподнять. Если у кого руки слабенькие. Итак, стоим 10 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Встаем и складку поносим. И еще раз, уже потихоньку приближаемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 8, 9, 10. И складываем. Кто не может, лежа так делает 10 раз, да? Нет, еще последний. И потихоньку берем ноги. Приближаемся. Просто можно просто приблизиться, насколько получается. Получается взять ножки, выпрямиться. Пупочку тянемся вверх. Колени прямые. И вниз помассировать. Обязательно самомассаж такой себе кулачками, по пальчикам. Прямо вот помассировали. Можно вот так выпрямить. Вот так выпрямить. Чтобы спина немножко вошла. Потому что непривычно. Привыкли все вот так, чтобы сидим в школе. Или где-то застал за компьютером. Нужно обязательно прогибаться назад. И сейчас затяжка. Кто не может взяться сверху? Делаем, как я, если у кого не получается, так, как у Полины. Есть пример, это я. Берем либо вот так, либо можно вот так, если получается. И стараемся выпрямлять. И здесь еще то, да? Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Другая ножка. Я вот так вот. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И помассируем складку. Так, колбаску, подготовка колбаски, ножки, живот, и бросаем ножки. Смотрите как, правую и левую руку кидаем вверх. Вот так, да. Получается, может больше согнуться. Да. И руки туда, не знаю, выше. Да. 7, 8, 10. И взять ножку. Раз, два. Ноги стараемся не касаться. 5, 6, 7, 8 и 10. Также и с другой. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Сейчас перейдем к стойке на голове и обычной. Так, я буду стенкой. У кого стенки есть неживые, к стеночкам подушечку подложили. А руки, смотрите, как правильно. И головка. Так, встаем. Коленки. И подняли ноги. Молодцы. Стеночки. 10 счетов. Считаем. Руки в треугольничек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И аккуратно. И помассировали. Так, помассировали шею. Прямо пальчиками, как следует. Можно голову. Массируем голову. Вот так. Если голова болит, руки растерли, положили себе на лоб, на голову, там, где болит. И еще раз. Так. Дарья, не вижу, что ты делаешь. Ульяночка, давай подушечку только. Так, Анисия, я только голову вижу с руками. Ага. Животик, Анисия, закрой. Так. Отлично. Все, постояли? Молодцы. Смотрите, стоечки, подготовка к стойке. Вот я стена. 10 раз делаем. И раз. И сошли. То есть стеночки, ножки поставили и сошли. Вот так вот. 10 раз. Поехали. У кого получается, встать потом после 10 и посчитать 30 там счетов. Вот. У кого там 10, 15? Поехали. Молодцы. У кого ручки заболели, можно помассировать. Не торопитесь. Сделали один разочек. Массируем себя, чтобы ничего не было больно. И уже все, и встаем. Поехали. Попу закрепили. Носочки по 6-й позиции. Дышим. Дышим. Животом дышим. Дышим. И считаем. Дышим. Считаем. Хорошо. Меня удержали. Так, Маша, класс. И балансируем кистями. То есть кисти балансируем. Не на пальцы стоим, а вот не на пятки, не на пальцы, а посередине. Но все равно передняя часть чуть-чуть пальцы, они немножко балансируют. То есть руками. Если на пятки будете или на носки, вас завалит. Ну, стена вам не даст завалиться, а если на пятку, то будете назад. Хорошо. Так, поехали. Мексиканочка. От стеночки отходим. Подальше. Коленки стараемся прямые. Ножки положили к стеночке, коленки выпрямили. Все, и стоим. Колени выпрямили. Можем потом согнуть. Угу. Несколько раз так поделали и встряхнули. Поехали. Вдох, выдох. Так, Ульяна, Дарья у нас спрятались. Спрятались, девчонки.
Так, Эльбрус сегодня тоже с Еленой спрятались, и Артур спрятался. Хорошо. Так, Анисия, вот Анисия молодец. Давай, Анисия, все умнички, все стараются, молодцы. Ничего, беремся, да, вот давай, давай, Анисия. Так, еще разочек, и сейчас будем скоро отдыхать. И кто-то отдыхать, а кто-то будет смотреть, ну вот отдыхать смотреть, а кто-то будет номер прогонять. А еще можно вот так, смотрите, у стеночки встать еще вот так вот, и ножками волны поделать. Вот такое упражнение, еще хорошее. Вот. Смотрите еще, какое хорошее упражнение для подкачки рук для малышей, детей, и подкачка рук для мам. Ложимся на живот. Дети, на животике, на груди, на катике, да. Вот так вот. И отжимаемся. Раз. И опускаемся, держим. Только здесь мамы держат очень крепко своих детей. Потому что дети могут брыкаться и могут удариться. Очень аккуратно, Маша. Давай, у нас вот Маша тоже умеет. Давай. Давай, показывай. Три. Раз. И отжимаемся. Ложимся. Вот так. Отлично. И два. Супер. Только руки поуже. Поуже ручки. Хорошо. Молодец. Умнички. Ну все, стряхнули руки. Садимся. И номер смотрим у Полины. Булавы. А, бери. Можем уже все. Бери. Так. Да. У тебя есть начинка? Да. Все, готовы к просмотру? Кинотеатру. Анисия, готова? Так, Дарья готова. Ульяна. Анисия довольная. Так, все, молодцы. Ну, все, поехали. Так, там громко все? Да. Так, Полин, тебе не это, не ударишься? Да. Так, у нас это импровизация сейчас будет. Так, нет, громкость у нас вот так. Все, Полина сегодня устала.
У меня почему-то сегодня голова болит сильнее, голова? Чем обычно. А дождь у нас, наверное, буря, магнитный дождь. Мам, такая сейчас. А, вот, у нас Маша хочет номер пройти, сделать. А. Вот. Массируй себе сама головку прямо руками. Все, давай, номер показывают. Смотрите, номер. Как-то так. Это, короче, смотри, Анися, у тебя, если голова болит, ручкой вот так делаешь, встряхиваешь, держишь. Массируешь, прямо дави прям головку, да, прямо массируешь. Потом делай, смотри, вот так, и сбрасываешь все вниз. Еще раз. Потом можно холодной водичкой тоже и к себе. То есть, ну, пойдет обязательно. У меня хорошая очень тоже... А у меня в прошлый раз тоже голова болела. Я намочила салфетку и приложила, помогла. Отлично, тоже хорошо, тоже средство такое классное, что может проходить от холодной такой водички, так чуть-чуть контраст. А, у меня просто тоже еще средство есть классное, это баланс. За 5 минут проходит голова. Пью, и как бы это такие витаминки очень такие классные. Короче. Вот, всем не болеть, быть здоровыми. Голова, говори, собачка бо, кошечка бо, у меня все прошло. Вот, хорошо? Все, не будет болеть. Все, пока-пока. Спасибо вам большущее. Мария. До свидания, спасибо вам. Спасибо. До свидания. Пока. Спасибо. До свидания, спасибо. Яна, пока Дарья, пока Анисия, пока Эльбрус, Елена, пока-пока. До свидания. Все, счастливо.